Итак, ну что, моя дорогая, этот шаг очень важен, и он очень сильно тебе поможет не только в процессе похудения, но и в процессе жизни. Почему? Потому что очень часто девушек, которые хотят похудеть, да, Киса подтверждает, преследует стресс. И как с этим стрессом бороться и работать, я приложу здесь. Здесь будет несколько тех видео, которые лично я снимал, и другой видеоматериал, с которым я тебе рекомендую ознакомиться. Я не вижу смысла переговаривать эти видео, записывать их от своего лица, потому что здесь и так уже все хорошо сказано. Поэтому просто себе поставь задачу в день смотреть по одному видео. Каждое видео длится там от 5 до 10 минут, и это сделает твою жизнь более спокойной, более уверенной, и эмоциональных перееданий станет меньше. На самом деле, опять же, тема эмоциональных перееданий и расстройств пищевых поведений, она очень обширная и очень большая. Ее нельзя рассказать в каком-то там одном 5-минутном видео. У нас эфиры там по часу, по два длятся. И вот эти проблемы, которые возникают, эмоциональные переедания, их нужно разбирать в моменте, пошагово. Но внедрив вот это, то, что я тебе здесь рекомендую ознакомиться, твоя жизнь уже станет более размеренной и спокойной, и ты будешь чувствовать себя также уверенно и спокойно. Поэтому ознакомливайся, не пытайся посмотреть все видео за день. После просмотра каждого видео лучше отложи телефон, отложи телевизор на минут 20, чтобы информация уложилась у тебя в голове, и переходи к следующему. После того, как ты посмотришь все эти видео, переходи к следующему шагу.